Из 470 посадочных мест пока заняты только 70. В воскресенье, 22 февраля, в Доме Корабела состоится благотворительное шоу-программа. Вырученные деньги направят в фонд помощи для онкобольных детей. Правда, желающих пока немного. В Масленицу и прощенное воскресенье в Доме Корабела выступят театр танца «Нимфея», театр степ-танца «Импровиз», вокальная студия «Радость», коллектив эстрадной песни «Мечта» и другие. Программа концерта рассчитана примерно на 2 часа. Мы хотели бы обратиться к жителям города, принять активное участие в концерте, получить для себя какой-то заряд бодрости и радости и, наверное, вот такой небольшой вклад в пользу наших ребятишек, которые находятся на лечении сейчас. Стоимость билета – 250 рублей. Благотворительный концерт пройдет 22 февраля в Доме Корабела в 16 часов.